Мужики, всем здорово. Есть у меня два мопеда, о которых вы наверняка уже знаете. Сейчас у нас 3 февраля, зима, как вы видите, на улице небольшая слякоть, плюс 6 градусов, но все-таки 3 февраля это 3 февраля. Итак, зачем я их дошел с гаража? Для того, чтобы посмотреть, заведутся ли они у меня. Единственное, что я сделал перед зимой, так это приспустил колеса, все остальное на месте. Масло, бензин, аккумулятор, все на месте, ничего не трогал, не снимал. Скажу сразу, что немножко поновее аккумулятор на синем мопеде. Ну, такой мини-мотоцикл Kinroad Akumoto. То есть корейская фирма, которая выпускает именно небольшие мотоциклы. Ну, маленькие, 110 кубиков, это небольшой мотоцикл. Ну, а мопед Delta, вы сами понимаете, на нем я уже езжу 13 лет. Мой мопедик, так сказать, с детства, с рождения, блин. Поэтому довольно старенький, но сил у него еще есть. Ну что, давайте проверим сначала красненький, а потом синенький мопедик. И посмотрим, получится ли у меня их вообще завести. А может даже не получится. Первый раз достал, сейчас буду проверять. Стартер еще крутит, кстати. Включаем зажигание. Что-то вообще ни о чем. Скорее всего, аккумулятор слишком сильно разрядился. А может быть, какая-то другая причина. Бензина есть. Нифига себе! Прикиньте, завелся и тут же погас. Вот скотина. Сейчас подсос опускает. Чуть-чуть газку надо дать. Поднимет. Нога уже устала. Короче, в чем я заметил причину, когда стартуем, не надо давать газу зимой. Когда даешь газу, он вообще не может завестись. Красавчик, что могу сказать, завелся. Тяга, конечно, не такая уже, как раньше, но все-таки еще есть. После зимней спячки немножечко его надо прогреть. Работает. Но колеса спущенные, поэтому я на нем никуда ехать не буду особо. Может он, конечно, погаснуть в любую секунду. Так, пусть пока стоит прогревается, сейчас будем с красным, с синим заниматься. Конечно, помощнее, поприятнее на нем ездить.
мы потушим красный. Будем заниматься синим, чтобы вы слышали звук движка. Так, включаем зажигание. Ну что, пробуем. Что-то не хочет вообще. Ни в какую. Аккумулятор слабенький. Что я вообще смогу завести. Бензин еще есть. Немного, правда, но есть. Газу не даю. О! Что-то проскочило. Даю газу, сразу резко останавливается. О! Даю. А, кстати, подсос надо снять. Здесь на ручке есть, вот здесь. Ну что, красавчик, завелся. Блин, у меня аж появилось желание покататься на нем. Наверное, сейчас таки сделаю. Работает все четко. Красавчик мопед. Слышите звук он? О, ребят. Сейчас я насос возьму. Давление вообще никакое. Отлично. Что же, ребятки, как видите, колеса накачаны, он уже прогрелся, готов к езде. Сейчас немножечко хочу покататься. Красный мопед, все супер-пупер, ставлю в гараж,
работает, заводится, колеса спущены, понятно, что на нем ездить не буду, он мне не так прикалывает, как кататься на синем. Все, два мопеда завелись, в принципе, это суперски и отлично. Спасибо всем за внимание, всем удачи, ребята, и всем пока.